о приобщении детей к чтению с ранних лет, о необходимости повышения интереса к чтению книг, дальнейшему развитию читательской культуры населения говорил президент Республики Узбекистан Шавкат Мироманович Мирзиёев в программе «По пяти инициативам». Я Казакова Елена Рустамовна. Работаю в библиотеке специализированной школы 160 Икосарайского района города Ташкента с 2011 года. Моя задача как библиотекаря – найти эффективные формы работы по приобщению детей к чтению, вызвать у них эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки, внедрение электронных ресурсов, влияющих на повышение качества образования, то есть переход из статуса библиотеки в статус информационного центра. Наряду с полками для книг появилась новая техника – компьютер, мультимедийное устройство, подключен интернет, что позволило вывести библиотечные мероприятия на иной качественный уровень. Чтобы привлечь современное поколение читателей к чтению, посещению библиотеки, мы должны стремиться идти в ногу со временем. Работа библиотеки строится в рамках проекта по продвижению детского чтения «С книгой в будущее». Проект состоит из двух блоков. Первый – «Растим читателя» для детей младшего школьного возраста, и второй – «Время читать» – популяризация книги и чтения среди детей среднего и старшего школьного возраста. В библиотеке организуются различные тематические выставки. Работает клуб чтения. В школе ежегодно проводятся акции «Школьный марафон» и «Подари ребенку три книги». Также ежегодно проводятся различные мероприятия «Китоп Тагдыматы», «Китоп Хонтаргипаты», «Адабиот Кунлари», «Китабим Автабим» и другие. За свою работу я была неоднократно награждена похвальными грамотами со стороны ГУНО города Ташкента и Якосарайского района. Роль библиотекаря как специалиста, знающего и любящего книгу, в новом веке не снижается, а становится все более значимой.